Доброе утро, зрители StopGame.ru. Начинаем новую неделю. Эх, поторопились мы немного с Лиманом. Подождали бы пару недель, и в Among Us, который в нашем марафоне достался один из утренних слотов, можно было бы погонять импостеров на новой карте. Да, студия InnerSloth объявила, что обновление со свежей локацией выйдет 31 марта. Помимо уровня под названием The Airship, игроков будут ждать новые задачи, возможность выбирать стартовую комнату, лестницы, базовая система аккаунтов и несколько дополнительных шляп. Любопытная информация для фанатов The Evil Within и тех, кто давно хотел приобщиться к игре, да все никак не получалось. Как оказалось, первая часть серии, что на днях появилась в Xbox Game Pass, на ПК обладает рядом преимуществ перед стимовской и даже консольной версиями. Кастелланос здесь может дольше бегать, покачивание камеры подвергается регулировке, есть вид от первого лица, который раньше был только во второй части. Также появился новый режим с бесконечными боеприпасами. С чем связаны такие модернизации и стоит ли ждать обновления на других платформах, неизвестно. Bethesda комментариев не давала. Теперь, говоришь Bethesda, подразумеваешь Microsoft, как вы понимаете. И этот гигант сгенерировал еще один инфоповод. Несколько дней назад случился анонс-шоу об инди-играх, которое организовывает Microsoft совместно с Twitch. Пройти оно должно 26 марта. Заявлено приличное количество значимых участников, но взгляд многих прежде всего привлекает название «Stalker 2». Формулировка в анонсе давала почву для размышлений, и многие размечтались о полноценной геймплейной демонстрации. Как оказалось, зря. Студия GSC Game World заявила, что ничего особенного ожидать не стоит. Компания подготовила видео о закулисье разработки с показом кое-каких материалов по игре. Ничего большего не запланировано. Однако авторы уверяют, что в 2021 аудитория еще обязательно увидит апдейты крупнее и громче. А пока вот три новых концепт-арта показали. Ну что, пацаны, Shin Megami Tensei 3? Да не просто, а Nocturne HD Remaster. Эта переделка уже вышла в Японии в октябре 2020 года, а теперь вот готовится покорять западный рынок. Причем не только на PlayStation и Switch, но и на персональных компьютерах. Релиз уже 25 мая. Для тех, кто совсем не в курсе, во-первых, сообщаю, что оригинальная Shin Megami Tensei 3 выходила аж в 2004 году, а во-вторых, передаю официальный синопсис. Обычный день в Токио обернулся апокалипсисом, начатым внеземными силами. Остатки мира погрузились в хаос, а в разрушенном городе бушует демоническая революция. Вы оказываетесь в гуще сражения между богами и демонами и можете решать вопросы жизни, перерождения и смерти, а также повлиять на исход развернувшейся битвы. Какие ключевые новшества ждут игроков? Обновленные 3D-модели и фоны, дополнительные настройки сложности, возможность сохраняться в любой момент. Уже известны системные требования и состав разных изданий, что доступны для предзаказа. И с тем, и с другим ознакомиться можно у нас на сайте. И вот же совпадение, еще одно интерактивное аниме Scarlet Nexus тоже обзавелось датой релиза. И оно тоже выйдет 25 числа, вот только не мая, а июня. Позвольте не пересказывать в подробностях завязку игры. Мне кажется, интереснее будет, если я ограничусь интригующим перечислением терминов. Псионический гормон, экстрасенсорные способности, спустившиеся с небес мутанты, иные, жаждущие мозгов. Многообещающе, не правда ли? Имейте в виду, что вместе с игрой в течение лета будет запущена и аниме-адаптация Scarlet Nexus, чтобы, как точно подметил Гена Воробьев, вы могли смотреть аниме, пока играете в аниме. Рисованием экранизации занимается студия Sunrise, ответственная за такие нетленки, как Гандам и Ковбой Бибоп. Вот все-таки не зря я не добавил Gotham Knights в список самых ожидаемых игр 2021 года, когда делал календарь релизов. Разговор о востребованности и хайповости проекта оставим на потом. Сейчас главное, что игра до 2022 не выйдет. Warner Bros. Официально заявила о смещении релизного окна, лаконично пояснив, что игре требуется дополнительное время.
Любопытно, что на 2022 намечен другой супергероический боевик Suicide Squad Kill the Justice League от Rocksteady Studios. Выпускается он также в Warner Bros. Кто знает, не возникнет ли эффекта домино. Самые внимательные зрители заметили, что мы в последнее время в инфакте экспериментируем. На этой неделе вас ждет кое-что особенное, анонс в самом конце выпуска, а пока позвольте вам порекомендовать видео с нашего канала, которое вы могли упустить. Как по мне, одна из лучших работ Катерины Краснопольской – часовой рассказ про ярких представителей французского игропрома. С любопытными примерами, личными переживаниями и интересными фактами. И все это сопровождается, так сказать, подсветкой французской культуры в целом. Как начинала Ubisoft, чем сейчас занимается Мишель Ансель, а также почему пара чуваков из Парижа решила сделать игру про ультранасилие в России. Все узнаете там, ссылка в описании. Ну а если игровую географию вы уже посмотрели, то пора заняться более свежими материалами. Это обзоры Loop Hero, Keys and the Wild Masks, Dead Age 2, The Outer Worlds Murder of Eridanus, а также видео про амбициозные разработки для PlayStation 3 и Xbox 360, что так и не увидели свет. Ну и обещанный анонс. На этой неделе у нас выйдет только 3 инфакта. Понедельник, среду и пятницу. Не делайте из этого никаких далеко идущих выводов, просто так получается. В любом случае постараемся не дать вам заскучать. Всего хорошего!